Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Влад, вы на канале FordMag, и сегодня в новом выпуске реакции мы посмотрим видео, посвященное поням. Вообще, к My Little Pony я отношусь нейтрально, то есть я не ненавижу этот сериал, но и не являюсь его прям бурным фанатом, как они все называют, брони. Посмотрим мы видео «Две сестренки играют в Fallout 4». Вообще, я до этого смотрел видео про двух сестренок, а именно про принцессу Селестию и Луну. Мне очень сильно понравилось. Я смотрел точно про Resident Evil, Pokemon Snap и, по-моему, Portal 2. Скажу честно, мне очень понравилось. Этот жесткий юмор, а еще учитывая с хорошей озвучкой неадекватно, то это просто была конфетка. В общем, сегодня мы посмотрим по Fallout 4. И, кстати, довольно символично, потому что недавно я начал делать свой собственный пип-бой. Я по нему сделаю тоже, кстати, отдельное видео. Я не буду делать туториал, просто расскажу, как я это сделал, чего это стоило. Хотя, по сути, все будет очень просто. То есть, его может сделать буквально каждый. Так что будет небольшое видео потом. Ну что ж, давайте начнем. Довольно-таки давно не смотрел сестренок. Погнали. Три, два, один, погнали. Кстати говоря, это не от официального американского издателя эти видео, это сами неадекваты делают. Копатель онлайн 2. Ты не поверишь, но это Fallout 4. Копатель. Ой, Юж, она ж еще не вышла. Где ты ее взяла? Ну. Ой, я помню эту видюшку. Нашла. Че стоишь? Пошли гамать. Я сделаю самого чешуительного красавчика в этих пустошах. Он будет бородат и бездомен. Ага, и все вокруг будут бежать к нему и кричать. Смотрите, Том Кросс, дайте автограф. Такому я бы и на бухло не отсыпала. Может, лучше черного? У него больше шансов стать бездомным. Эй, ваше российское величество, дай сюда джойстик. Что за херня, у нас будет девушка. Какая нахрен девушка? Ой, да заткнись ты. Ну посмотрим, как твою девушку будет пялить вся пустошь. Включая гулей и мутантов. Блин, точно. Все, идеально. Ты серьезно? Что? Он же так и выглядит. Нет. Иди в жопу. Ой, да выкуси. Здравствуйте, мы свидетели Иеговы. Что вам нужно? Не хотите ли купить печенье, чтобы мы собрали деньги на наш клуб бойскаутов? Видите ли, чтобы призвать демонов, у нас есть все принадлежности. Что? Демонов? Не хватает помещения. Вам воздастся. Моя семья будет принесена в жертву? Естественно. За нами будущее. Чё-то как-то еврейски чувствуется немного. Зачем? Во славу дьявола, конечно. Вали в свою свободную зону. Мой бог, Рон Хаббард. Огромное вам спасибо. Обещаю, что вся ваша жизнь скоро изменится. Аминь. Похоже, он слишком долго играл. Халява. Вау, я тоже такой хочу. О да? А по жопе ты не хочешь? Дай сюда джойстик. Ты офигела? О, смотри, сколько тут разных игр. Я собаку увидеть хочу, а не в твои 8-битки играть. Дай сюда. Эй, но я только хотела... Ой, да ладно. Пес прикольней старых 8-биток. Ну да, наверное. И так каждые выходные. Ты просыпаешься в какой-то дыре, у тебя жутко болит голова, и ты не помнишь, как тут оказался. И все, что у тебя есть... Чистейшая правда. ...и ламповая 8-битная портативка. Ой-ой, кое-кто забыл выполнить правило номер 2, покидая убежище. Ну знаешь, не нужно париться с текстурами высокого разрешения, просто испортим зрение персонажу в начале игры. Ну, типичный постапокалиптический мир. Да, кажется, тот чувак был прав, что вся наша жизнь скоро изменится. Ладно, давай уже просто пойдем туда, где хоть что-нибудь не окрашено в дерьмовые цвета.
Эй, похоже, мы добрались до какого-то поселения. Смотри, там тот робот. Эй, Котсворт, ржавый ты кусок дерьма, как ты тут оказался? Мать моя, кофеварка! Мистер Круз, это действительно вы? Котсворт? Ты все еще здесь? Так, это ты уничтожил человечество? Все хуже, чем я думал. Вы страдаете вызванной голоданием паранойей. Не питаться нормально в течение 200 лет, боюсь, это вполне могло стать ее причиной. Этот робот может быть хорошим политиком, он отлично уходит от прямого ответа. Партизан. Вообще еще работает, или в этом мире вся электроника делалась с расчетом на ядерные взрывы? Стой. Тут что-то не так. Я задал тебе вопрос. Это значит, вы опоздали на ужин на 2 столетия. Возможно, я смогу достать вам перекусить. А вообще, после того взрыва должно было быть... Вы арестованы за... Судья Дредд? ...распространение сюжетно важной информации. Все, что вы проспойлерите, будет использовано против вас в комментариях. Что скажете в свое оправдание? О боже, ну я это... Я так и думала. Смотри, мы нашли собаку. Ой, какой милый песик. Прямо как ты. Пусть принесет ключ. Умница. Да, умничка, молодчинка. О нет, эти крысы сейчас его сожрут. Только не в мою смену. Получи ты кусок радиоактивного мутантского дерьма. Я вам задницы подстреливаю. Вы еще не поняли, с кем связались? Я выходец из стойла, пищащий. Бэдэс. Нужно набрать хлама, чтобы построить большой дом. Похоже, это симулятор бомжа с открытым миром. Собираешь хлам, строишь дом из коробок. Лилия. Ты только что положила здание в карман. Я знаю. Ты таскаешь с собой огромные куски постройки и ничуть не перегружаешься? Я знаю. Ты же понимаешь, что это похоже на раз? Да знаю я. А ты знала, что... Кстати, Лилия. Ты не можешь заткнуться. Здесь я построю свою собственную церковь. Как-то не очень похоже. Раз с примесью Fallout'а. Да там же стены нету. Нафиг не нужна. Сейчас сухой сезон, нам нужна кровать. Получился какой-то наркопритон. А, точно. Поставим кресло у этого окна. Свежий воздух. Будет приятно ловить трипы. Про собаку не забудь. Верно. Вот так-то лучше. Кажется, песику нравится его новый дом. О боже, коготь смерти, бери гранатомет! Автомат, только хардкор! Я же говорила, что нужен был гранатомет! Ой, да заткнись ты уже! Батхёрт! Вали в свою свободную зону, мой бог! Джон Си! Джон Сина! Ну что ж, ребята, это было реально просто обалденно. Серьезно, то есть, ребята передали идеально дух оригинальных двух сестер. И такое чувство, будто реально вот... Не чувствуется, что это какой-то, знаете, левый проект, как будто реально сделан оригинально. То есть анимация хорошая, голоса, слава богу, сохранились от неадекватов. В общем, просто лайк. В общем, ребята, на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, делитесь этим видео со своими друзьями. И всем пока!